третьего. У меня сердечный приступ, сердце чуть изо рта не выпрыгнуло. Я пришпорил оленя и полетел дальше. Атлантический океан большой. Может, спросим у кого-нибудь, как проехать? Успокойся, почти приехали. Видишь, вон там полярную звезду. Берем ее за отправную точку, определяем координаты, исходя из... Это самолет, сэр. Нарушение субординации, эльф, сейчас поколочу. Я думал, возле Англии будет попрохладней. Глобальное потепление. Ха, вижу землю. Ну вот, я же говорил. Ну все, вот и добрались. Осторожно, камень. Ух ты, Англия. Может, мы слегка забрали вправо, оленя ведь не хватает. Франция. Бонжур. Уэля буланжери. А что во Франции делают слоны? Слоны отбились от стада, размножаются в каналах. Нам сюда. Буэнос диас. Она. Парижский зоопарк. Значит, здесь у них вольер со львами. Ну, меня-то они не съедят, я ведь Санта! Лежать! О, ясно. Зовите смотрителя! Сколько лет этим картам? Атлантида? Земля каннибала? Осторожней, с каннибалы! Это не Франция, верно? Теоретически, это Северная Африка! А? Серенгети, национальный парк Танзании! Кобыла, откуда ты знаешь? Я GPS с собой прихватила, сэр! Взять ее! Взять, эльфа! GPS, и ты молчала! Я занимаюсь упаковкой, а не навигацией! Не обижайтесь, я здесь храню фотографии бантов! Она права! Ты привез нас в Африку! Я видел ее на марках! Я слишком молод, чтобы умирать! Сделай что-нибудь!